Всем привет снова, здравствуйте. Попросили сделать урок, или даже скорее не попросили, а предложили, вот так будет лучше, предложили сделать урок по Транспостмастеру. Есть такой плагин в Z-плагинах, вот этот Транспостмастер. Тем, кто не знает, как он работает, по прошлом видео я объяснял, как менять позу модели. Ну, тут уже сделано проще. Объединять модель, саптулы все не надо. Он, этот Транспостмастер, объединяет все сам, разъединяет тоже сам, делает все в слоях и так далее, вот эти в Z-сфере. Там слишком тут уже далеко. Просто давайте в этом видео посмотрим, как это все работает. Когда у нас есть модель, вот такая. Вот, допустим, у нее один subtool. Так, делаем merge down. Автоматически и поперли. Вот такой у нас subtool. Он вам уже по прошлому видео знаком. Делим его, допустим, на поле группы. Вот так вот. Можем поделить вот так вот ноги. Можем выделить вот так и вот так. Вот теперь наша модель имеет полигруппу. Так, тут темновато. Давайте я чуть-чуть поставлю посветлее экран. Вот так вот выглядит. Так, вот теперь у нас модель объединена. Допустим, мы ее поделили по саптулам, если у нее нет саптулов. И давайте разъединим. Так, геометрии. Жмем саптулы и жмем сплит. Group сплит. Жмем ОК. Вот теперь наша модель вся с саптулами. И мы теперь можем включить вот этот Транспостмастер. Жмем T-Pose Mesh. Вот он начинает просчитывать все саптулы. Сейчас он все это дело закончит, и мы посмотрим, как все это дело работает. Все, вот он просчитал, все написал, все зашибись. Теперь жмем Move или ротацию. Предварительно делаем маскирование. Вот, допустим, вот так. Как и в прошлом видео. Жмем вот так вот, ставим вот это дело на плечо, и вот так вот мы можем ее опустить. С помощью мов можем вот так чуть-чуть подкорректировать, тут все поподделать, ну как в прошлых видео. Все, наша модель поделена. Что мы теперь можем сделать? Опять заходим в Z-плагины и жмем T-Pose Subt. Сейчас он опять все это дело просчитает. Вот он нам поделил опять на саптулы. И сейчас сделает нашу модель полностью такую, какую мы ее, так как мы ее изменили. Все, вот исходная модель и разъединенные саптулы. 16 секунд на это дело все ушло, но это модель такая. Но здесь все равно придется вам потом подкорректировать, как и в прошлых видео. Доработать кое-где. Ну, такая штука. Также вы можете то же самое делать в слоях. Потом Store, Tem, Rig. У каждого саптула есть свои слои. И вот так вот дело все включается. Допустим, вы жмете то, что вам надо. И жмете T-Pose Mesh. Или вот это вот жмете. Или вот так вот нажимаете. Все это дело и жмете Transpose Mesh. И вот он опять сейчас все это дело просчитает. Вот в этих ваших настройках то, что вам именно от модели надо. И вот теперь он в Z-сфере все это дело образует. По Z-сфере тоже, как менять позу, уже есть видео. Вы делаете каркас и потом по каркасу полностью меняете. В общем,
все видео, которые были отдельно, они включены вот именно вот в этот транспост мастер. Да что ж я на трансформер жму? Вот, вот это все в Зесфере можно сделать. Он вам помогает. И потом вы можете опять же нажать Tpost Sapt. И, короче, вернуть это все в исходное положение. Вот все это у нас заняло 18 секунд. Модель легкая. 625 тысяч полигонов. 26 почти. И вот так это все дело работает. Все простенькое. Не надо теперь объединять, менять позу и потом делать уже, допустим, сплит, group split, разъединять все эти саптулы. Вот такая вот хорошая штука. Transpose Master плагин. Рад был, помог тем, кто не знал, как работает Transpose Master. Как уж смог, так объяснил. Все, всем пока, до свидания.